Здорово, папа. Здорово. Ну, что у нас? Находка? За грибами опять или за огурцами? Куда мы сегодня? Пахнет огурцом, а ты мне грибы показываешь. Друзья, кто это? Огуречные слизни, видишь? Ну-ка. Косуля вон побежала. Косуля? Да. Козуля. Смотрите, друзья. Косуля у нас уже была сегодня и опять. А это-то? Что за грибочек-то? Косуля обстрекотала это. Сорок сейчас. Да. Как положено ей. В общем, мне кажется, это трутовик чешуйчатый. Давайте его сорвем. Так, ну-ка, давай, Папан. Что, это жесткий? Придется вымачивать неделю. Давайте посмотрим. Вот он. Красавчик. Грибочек. Ну-ка. Запах. Проверяем. Он нет. Огурцом пахнет. Так. Ну, Папан, ну, понюхай. Чем пахнет? Трутовиком. Огурцового нет ничего. Да? Да. Что за гриб? Тогда это. Трутовик не пахнущий, видимо. А дерево вяз? Дерево вроде бы вяз, похоже. Ну, непонятно. Да, запах не огурцом. Нет? То есть это не чешуйчатый получается. Приветствую вас, друзья. В общем, даже не знаю. Запах интересный. Возьмем, в общем. Он, конечно, жесткий. В общем, отправляемся в лес на поиски чего-нибудь интересного. Уже давно грибов нету. Мы так устали уже без грибов. Уже идем что-нибудь поснимать, погулять по лесу. В общем, что найдем интересного сегодня. Все вам покажем. Вперед, друзья. Через мясорубочку и запах будет. Хорош, давай. Возьмем. Пона, мама, кого здесь ели? Смотрите, размеры. Костяха. Не грибника, а какого? Да, опасное место, да, папа? Да. Пойдем отсюда. Ёлка ломаная. Уму была. Это кто? Нет, это там. Ёлка ломаная. Кто здесь? Медведи водится в тульских лесах? Прошли в густой лес, друзья, какой-то. Осины, елки. И тут, смотрите, тут все еще букетами растет саркосыфа. Вот там я еще видел. Вон они. Папан. Что-то там говорит. Большие букеты. Так. Вот такой вот. О, вон, вижу. О. Вот еще. 21 мая. Саркосыфы есть. Но мы идем дальше в лес. Смотрите, друзья, идем по дороге, а тут клумбы. Как будто вот что-то взрыхленное. Но это ж не крот так. Некрот. Видите, как земля приподнята. О. Оп. Оп. О, дырка туда уходит. Вон она. Вся дорога. Наверное, червяк, да? Червяк. О, как взрыхлил всю дорожку. Его здесь чатка. Застыл. Вот, друзья, кто это? Ворон? Сверху летает. Во, вот он. Ворон? Не бойся, не бойся. Не бойся, не трону. Смотрите, какой. Птенец, ну какой большой уже вырос. Красавчик. Не бойся, не бойся, не трону тебя. Каркуша. Ворон ведь, друзья, правильно? Черный, смотрите. Полностью. Красавчик. Давайте с ним поближе. Он какой?
красивый. Вот он, дружок. Не бойся, не бойся. Я тебя только засниму, и все. И красивый? Красивая птичка. Вон какая. Вон она. Большая. Это мама с папой. Летают. Беспокоятся. Все, уходим. О, семейка. Осина, мама и ее детки. Осинята. А вы знали, друзья, что оказывается осина — это дерево, самый долгожитель у нас на планете Земля. Не помню точно, но 20, по-моему, тысяч лет. Считается, что корень, вот, осина — это все получается одно дерево. То есть одно умирает, следующее вырастает, все с корня. Вот так вот. Соловей, что ли, поет? Вроде клен, но какой-то другой. Невец. Непонятный, да? Обалдеть. Она зацветает. Вон она. Вон сколько ее. Вот сколько ее. Это все она. Фантастика. Друзья, мы нашли. Это черемша. О! Мы счастливы вообще. Обалдеть. Просто фантастика. Мы ее уже 100 лет ищем. И вот, наконец-то попалась. Смотрите, какой цветочек у нее. Вот он. Еще не раскрылся. И вот бутоны. Скоро она зацветет, и еду будет белый ковер просто. Из черемши. Давайте. Ну-ка, так вот. Зарвем листик. Вот этот, что ли. Вот он. Листик. Чеснок лесной. Обалденный. Вот это счастье. Вон сколько ее. Просто ковер из черемши. Так, в этом лесу Миша где-то припрятался. Лес не очень такой. Сныть растет всякой гадость. Ага. А! О! Мишек! А что ты тут? Я тебя ищу. Черемша. Как? С хлебушком. С майонезом. Во! Отлично идет. Ничего себе, она везде растет. Черемшу вот плохо я вижу. Пока не цветет еще. Видите, бутончики. Я ее плохо вижу. Мне надо, наверное, поесть ее. И зрение вот сразу лучше будет. Вот так вот листик. Раз. О! Я думаю, дня на два можем остаться здесь. Все, переезжаем жить сюда, в черемшиный лес. Неплохо, да. Не везде она. Не везде. Клумбочка, конечно, шикарная вообще. Но вот не везде она. Не везде. Что едят-то вот это? Семена попробовать, да? Ну-ка. Да? Хороша. Цветочек? Вкусно? Да, но аккуратненько. Вот так вот. Здесь вот клумбочка, а там была, по-моему, полянище. Сейчас еще поищем. Вот интересный момент, друзья. Рядом с черемшой в этом лесу растет вот такой вот, наверное, клен. Какой-то другой клен. Может быть, черноклен. В общем,
Пишите в комментариях, друзья, и что это за клен. В этом лесу рядом с кленом растет шапопан. Ну, правда, в ширину. А вон черемша, видите, вот клумба черемши, орешник и вот этот клен. Вон еще дерево. Как ты меня отгонять-то будешь отсюда теперь? Вот она еще, этот клен. Я не могу оторваться. Кстати, вкусная черемша оказалась вообще. И вот этот клен опять. Вот он такой вот. Тут березы какие-то упавшие, березы, липы. Такой вот лиственный лес. Удивительно. Мы всю жизнь знали примерно, что где-то здесь есть черемша, а нашли только сейчас. Фантастика. О, гнездышко. Птичка свила. Профессионал какой-то сделал. Птицы так не смогут. О как. Птицы-то какие умные, оказывается. Ну что ж, друзья, а теперь мы приехали в одно очень интересное место, где растут настоящие дикие растения нашей страны. Здесь настоящая дикая природа. Сейчас я вам покажу, какие цветы здесь растут, какие не растут нигде практически. Очень редкие. Ну что ж, Папан, вот. Видал, какие кустищи. Друзья, это чимерица. Но я не знаю, какая. Вот смотрите, прошлогодние ростки остались. Такие кабаны вообще. Ну, черный, по-моему, колос. Тоненький такой. Это, ну, может быть, белое. Это белое, может. И смотрите, какие здесь цветы. Желтенькие. Этот цветок называется купальница европейская. Щурки поют, ты видел? Птицы поют, да, щурки. О, сколько ее здесь, купальница. Все желтое. Вот где можно отдохнуть душой. Это грибник на привале. Здесь нет грибов. Грибов, да, к сожалению, нет, друзья. Ждем, ждем того, гляди. А это, друзья, ракитник русский. Красивый цветочек. Кустик даже, я бы сказал. Все желтое вообще. Иду дальше. И тут просто все берега желтенькие. Ракитник. Примула. Барашки. Речка. Тот берег тоже весь желтый. А вот там вижу пятно беленькое. Друзья, это ветреница лесная. А здесь на одной полянке вообще и ракитник, и купальница, и примула.
все вместе сидят. И все желтые. Надо беленьких найти. А вот и первая полянка. Ветреница лесная. Еще молодая, только распускается. Белое пятнышко среди желтого моря. А вот и попалась полянка лапчатки белой. Не так часто я ее встречаю, редко. Может, мне редко попадается. Так, идем дальше. В эту долину. А вот и горицвет весенний. Его еще называют адонис. Но мы же русские люди, да? Мы будем его по-русски называть. Он уже отцветает. Он обычно раньше. И также вот среди ракитника. Здесь вообще, смотрите, сколько ветрениц. И не только ветреницы, друзья. Еще и ирисы дикие. Ирис безлистный. Вон еще цветочек. Фантастика. Здесь выход камней. Вот такая красиво на фоне камушка распускается ветреница. Просто фантастической красоты ветреница. Ирис безлистный. Называется, кстати, касатик. Касатик безлистный. Здесь по-русски. Тут, кстати, что-то еще будет цвести. Вон еще ирисы. Ирисы. И незабудки. Продолжается путешествие по Краснокнижной долине. По берегам реки цветет дикая спирея. Кстати, пахнет мукой. Лягушки квакают. А впереди сосновый лесок. Может, там грибы есть? Горит свет. Наверху склона. А здесь цветет истод. Вот такой вот цветочек интересный. Маленький. Вот такими букетами
цветет чина. Красавец. Жалко, что не пахнет. О, там что-то еще, мне кажется, кроме чины. Вот по тому бугру мы шли. Какой крутой бугор. Выходы. Скал даже там есть. Наконец-то вышло солнышко. И мы идем дальше. Вдоль этой речки. В надежде найти один интересный цветок. Я даже точно не знаю, будет ли он там. Но мы идем уже 3 километра. Так что будет обидно, если мы его не найдем. Попа уже начал отставать. Устал, папа? Да, мне куда идти? Туда. Вон туда пойдем. По течению, в другую сторону. Да, как раз. Я мог бы по течению. Потом по течению поплывем, наверное. Какая красота, погода. Счастье. Весь день дождик моросил. И вот сейчас солнце вышло. Красотища. Пойдемте дальше. Вот мы и пришли до этого уголочка. Тут уже цветут ирисы. Это вот, кстати, ковыль. Но он еще такой, не колосится, конечно. Рано еще. А ирисы вот сиреневые. Надо аккуратненько ходить. Вон сколько все фиолетовое. Все касатики. Красотища. Полный склон. Дикой вишни. Я однажды собирал ее, сделал варенье. Такое оно вяжущее получилось. Ну, вкусное. Но того цветочка я так и не нашел, друзья. Мне кажется, рано еще. Надо дней через 10. И тогда он будет. Называется он наголоватка. Наголоватка. Меловая, наверное. Не знаю точно вид. А здесь вот сосновый лес. Целый склон. Красотища. Там папан меня уже зовет. Устал. Весь день носимся. Уже 7-й час. А нам еще до машины топать 3 километра. Пойдем домой потихонечку. Красота природа. Ладно, друзья. До новых встреч. С вами был Грибоискатели, Папан. Ждем грибы. Я надеюсь, скоро пойдут. Пока что наслаждаемся цветами. Пока.